Почти половине населения полуострова уже были выданы российские паспорта. Федеральная миграционная служба Крыма работает даже в выходные, чтобы как можно быстрее обеспечить граждан документами. О результатах двухмесячной паспортизации крымчан расскажут наши журналисты. Каждый день работники ФМС в Крыму принимают около 25 тысяч заявлений на получение российского паспорта. Ежесуточно изготавливается свыше 20 тысяч документов. По состоянию на сегодняшний день приняли более 1 000 000 заявлений об оформлении паспортов. На сегодняшний день изготовлено уже 900 тысяч документов и 850 тысяч отправлены на выдачу в территориальные подразделения Федеральной миграционной службы. Также Федор Карповец пояснил аспекты получения вида на жительство. Около 3 500 человек в Крыму отказались от российского гражданства и сейчас озабочены данным вопросом. Таким гражданам просто нужно обратиться в территориальное отделение ФМС, где им выдадут миграционные карты и поставят на учет. В каждом подразделении работают специалисты по разрешению на временное проживание и видам на жительство. Принято пока 1 000 этих документов. Это вызвано в первую очередь тем, что человек сам по своей не имеет возможности представить полный пакет документов для того, чтобы мы включили его в работу. Напомним, всего на получение паспортов подали документы более 1 000 000 крымчан. И около 750 тысяч жителей уже получили главный документ гражданина России. Завершить процесс паспортизации в республике планируют в течение ближайших 2 месяцев. Все поручения даны. Вот сейчас координация между всеми ведомствами у нас и органами государственной власти на местах уже налажена. То есть все, что необходимо от Совета министров и органов местной власти. То есть сегодня предоставлено помещение, люди, вот техникой там доукомплектовываем. До 10 августа проблему с паспортами мы должны решить полностью. Я имею в виду, все уже жители Крыма должны получить российские паспорта. Эдуард Здоров, Игорь Романенков. Время новостей.